Если наши деды и прадеды воевали в окопах, теперь война идет в информационном пространстве, а конкретнее в интернете. И на примере СВО ясно, что уже даже недостаточно на поле боя побеждать без информационного сопровождения. Белорусским и российским СМИ, надо сказать, нелегко приходится в противостоянии Западу коллективному, который контролирует порядка 85% мировых СМИ. Там выделяются огромные бюджеты на информационную войну, но мы сражаемся, наш голос слышен, об этом свидетельствует хотя бы введение персональных санкций против наших журналистов, блокировка каналов наших. Не хотят видеть правду, но мы обязаны ее донести и показать мировому сообществу и нашу жизнь, и наши ценности, и наши цели, которые мы преследуем.